Алмаз – редкий драгоценный камень. Он используется не только ювелирами. Благодаря исключительной твердости алмазы широко применяются в промышленности. Первые упоминания об алмазах восходят к индийским текстам 3000-летней давности. Вплоть до 18 века алмазы добывались исключительно в Индии. Истинная красота алмазов раскрылась только в средние века, когда была изобретена симметричная огранка. А позже, около 17 века, появилась и классическая бриллиантовая огранка.